Все лучшее детям. Ремонт в Серковской школе идет полным ходом. Задача – успеть доделать работы к 1 сентября, чтобы встретить учеников в полной готовности. Рабочие уже заменили окна. Прежние оконные блоки были установлены еще при строительстве школы и служили службу более 40 лет. Выполнить ремонт и работу удалось за счет средств спонсоров, но большая часть суммы – из бюджета школы за счет льготы на земельный налог. Замена оконных блоков на первом этаже школы, в актовом зале школы, а также полный ремонт спортивного зала школы. Такие работы давно не проводились, и это очень приятный подарок нашим родителям и нашим ученикам. Школа в Медвежьих озерах только готовится к строительным работам. Здесь должна появиться пристройка на 275 мест. В рамках выездного совещания руководитель администрации осмотрел территорию, где начнется строительство объекта. Там окончательно уже принято решение, вот буквально на днях начнется привязка проекта к участку земельному. Когда строители выйдут на место? В течение следующей недели на пристройку. И будем добиваться того, чтобы на солнечные, микросолнечные то же самое через неделю вышли. Продолжаются строительные работы и в детских садах. В Медвежьих озерах и Новом городке готовятся к приему мебели и оборудования. В последнем устанавливают лифты. В Первом советском переулке ведутся отделочные работы и благоустройство. Темпы не такие, какие мы хотели бы видеть. Но в любом случае будем работать, заставлять, чтобы садики были закончены, все недостатки устранены, они введены в эксплуатацию, деточки пошли в них. Преобразились и легкоатлетические дорожки на стадионе имени Озерова. Здесь ведется капитальный ремонт. Строители уже уложили первый слой резинового покрытия. Общая стоимость работ более 8 миллионов рублей. Еще напыление, разметка. 3 сентября мы ждем всех любителей легкой атлетики на открытие легкоатлетических дорожек после ремонта. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».